Поблагодарите кого-нибудь за что-нибудь, что случилось с вами в 2022 году. Я всем передаю спасибо, всем родственникам, всем друзьям, всем одноклассникам и всему нашему Забайкальскому краю привет. Я в армии служил, военный пенсионер, поэтому всех, с кем я служил, всем огромное спасибо моим товарищам. Друзьям, знакомым, детям. Сын у меня врач, спасибо ему, что он такой. Благодарю свою любимую женщину, жену свою, Лилия. Я тебя люблю. Ну и мамулечку, конечно, с родителями. Бойцов-то особенно, конечно. Их поблагодарить за то, что они там уже... А то, что они делают, это вообще... Спасибо нашей школе. А где вы учитесь? В православной гимназии. А у вас какие там есть учителя, которых вот особенно хочется поблагодарить? Валерия Андреевна, Наталья Владимировна, Мирослава Валерьевна, Татьяна Юрьевна. Они хорошие? Да. А почему они хорошие? Они добрые, они рассказывают, все нам интересно, они с нами играют. Спасибо! Я хочу поблагодарить, наверное, директора школы номер 44, Татьяну Николаевну Нагаеву. У меня погиб племянник, просто и сейчас открыли ему парту памяти. И я хочу его поблагодарить, сказать им большое спасибо, что они так хорошо провели эту встречу и открыли эту парту, и что помнят. Благодарю своих родителей, конечно же, за все, что они для меня сделали. Благодарю вообще Путина Владимира Владимировича за то, что он делает для нашей страны. Ну и, наверное, себя, за то, что я делаю для самой себя. Поблагодарить, ну, родителей главное поблагодарить, пожелать им счастья, здоровья, внуков побольше, да? Маму. Маму будем благодарить? Да. Скажи, мама, спасибо. Мама, спасибо. Все, бабушек, дедушек, всем спасибо. Да просто спасибо Вселенной за все, что с нами происходит. Будь оно хорошее, может быть, да не очень, но все как бы оно идет так, как нужно. То есть в этом году, значит, будет получше.